Рассада астильбы мед и молоко, Milk and Nonnei, вырастает в невысокое растение высотой около полуметра. Растение имеет густую листву темно-зеленого цвета. Цветение рассады астильбы мед и молоко начинается в июле и длится на протяжении месяца. Цветочки, которые раскрываются в этот период, имеют нежный сливочно-белый цвет и приятным розовым оттенком. Сорт морозоустойчив. Садоводы любят использовать этот цветок для групповых и одиночных посадок, а также для срезки. Семена астильбы меда и молоко лучше на солнечные участки, в полутень или тень в питательную почву. Полив умеренный. Астильбы китайское мед и молоко это травянистые высотой 75 см, диаметром 50 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка зеленовато-белый. Весной листва по цвету светло-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.